Слушай, если ты хочешь организовать сопротивление, ты должен кое-что знать. Есть несколько способов сделать это. Первый – освобождай тех, кто попал в плен к сектантам. Может, статься, эти ребята поддержат тебя, если помочь им. Второй – уничтожай имущество святош, оно теперь повсюду. Черт! Да даже на этом острове уже два их алтаря! Третий – помогай местным. Здесь полно тех, кто сражается с сектой по мере сил. Им пригодится твоя помощь. И последний – если тебя так и тянет в бой, захватывай аванпосты святош по всему округу. Таким образом, у нас появятся базы, с помощью которых мы дадим отпор сектантам. У меня камеры по всему острову. Если где-то что-то происходит, я это вижу. Пока что поезжай на юг и убей всех эдемщиков, которые попадутся тебе на глаза, ну и помоги тем, кому нужна помощь. Отбой. Нельзя противиться воле отца! Где скрывается помощник? Грешник! Земля примет меня! Прошу, помоги мне! Я уж думал, мне конец! Спасибо. Эти чокнутые фанатики совсем взбесились. Рекомендую заглянуть в нычку выживальщиков возле лодочного сарая. Там должно найти что-то полезное для защиты. Thank you.
дальнобойщикам не сломить. Не могу поверить, что попался. Вытащи меня отсюда. Думал, сдохну ты. Спасибо. Веди меня в бой. Помощник, раз уж вас теперь двое, отправляйтесь к центру службы охраны лесов. Он кишмя кишит сектантами, они хранят там свою паскудную блажь. Убейте их всех. Пусть святоши знают, с кем имеют дело. Иду туда. Вы неудачники! Прикройте меня! Пусть не я, но кто-нибудь... Хочу спуститься пониже! Что найдем, все наше. Вы отлично поработали! После такой головомойки святоши вряд ли вернутся. А пока вы там, осмотритесь. Может, есть выжившие. Сектанты уже не первую неделю ошиваются вокруг острова. Похоже, они хотят обустроить базу на старой станции рейнджеров. Я иду. Я засек эдемщика. Обошлось парой царапин. Иди, там эдемщики. Ты не в плену. Я просто хочу спасти тебя от твоих грехов. Кто с ними быстро разберет?
это не к добру! Иду, прикрой! Правда, спасибо. Здравствуй. Ну ни хрена себе. Восхищаюсь тобой. Похоже, ты куда круче, чем мне казалось. Возможно, тебе удастся повести за собой сопротивление. Дальше надо разобраться с радиосигналом. Моя сибирация накрылась, и я не слышу никого за пределами острова. Наверное, радиовышка на южном берегу вышла из строя. Сможешь проверить? Жаль тех, кто перебегает к эдемщикам. Они просто напуганы. Я знаю, о чем ты думаешь. Нет, тебя никто не заставляет забираться на вышки, не переживай. И смотри, не упади. Каждый из нас. Вы, я. Даже наш отец познал грехи. Это яд, что смущает разум. Но что, если можно освободиться? Что, если все, о чем вы мечтали, может стать явью? Что, если все преодолимо, если принять одну идею? Спастись от греха можно, сказав лишь одно слово. Да, я грешник. Да, я хочу облегчить душу. Да,
Меня нужно спасти. Если вы смотрите это, знаете, что вас избрали. Вас очистят. Вы покаетесь в грехах и получите искупление. Не бойтесь. Вам не нужно ничего делать. Мы придем сами. Вас ждут врата Эдема. Твою мать! Твоя напарница Хадсон, Уиона! Ей приходится нелегко! Помощник, я отметил три места на твоей карте. Лесопилку на севере, тюрьму на востоке и город Фолзенд на западе. Выбор за тобой, но я бы начал с Фолзенда.